Коллеги, всем добрый день. Давайте для начала проверим, все ли нас слышат и видят. Накидайте нам огонечков, плюсиков, нам будет приятно. Отлично, видим, что реакция есть. Коллеги, если по каким-то причинам у кого-то отсутствует звук видео, пожалуйста, повторно перезайдите на площадку. Также хочу обратить ваше внимание, что запись мероприятия будет направлена всем участникам, а также выложена на нашем YouTube-канале и Telegram-канале, будут все новости самые актуальные опубликованы. Ну, а мы начинаем. Рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Сегодняшняя тема – как провести инвентаризацию без остановки склада. Ведущие сегодняшнего мероприятия будем мы. Я Светлана, менеджер по работе с клиентами, и Юрий, функциональный архитектор ВМС-систем. Добрый день. Давайте немножечко расскажу о времени. Сегодняшний вебинар займет около 40 минут. Для начала расскажу немного вводной части про инвентаризацию. Далее более подробно расскажем тему о том, как провести инвентаризацию без остановки его работы склада. И в конце мероприятия мы ответим на ваши вопросы. Что же такое инвентаризация? Конечно, все знают об этом, но тем не менее хотелось бы еще пару слов сказать. Инвентаризация – это проверка фактических остатков товаров, которые есть на складе. Сверка их количества с данными из учетной системы. Без этого процесса не обходится ни один склад. Поэтому так важно иметь современное ВМС-решение, в котором есть все необходимые инструменты для проведения инвентаризации с минимальными временными затратами. Всем известно, что остановка склада на проведение инвентаризации – это большие временные потери, так как приходится останавливать склад на несколько дней, а также помимо временных потерь, это еще и финансовые потери, потому что приходится привлекать сотрудников работать сверхурочно, обычно это выходные или праздничные дни с коэффициентом x2. Но любая компания хочет этого избежать или свести такие потери к минимуму. Поэтому современный механизм для проведения инвентаризации позволяет сократить время и минимизировать холостые пробеги на поиск товара на складе, а также повысить скорость сборки заказов и многое другое. Имея достоверную информацию об актуальных остатках, вы всегда сможете повысить точность учета и продавать действительно ту продукцию, которая у вас находится на складе. Система ВМС планирует задания только к тем ячейкам, где действительно находится товар. И больше не нужно тратить время на обход всего склада для поиска нужной позиции или корректировки заказа в случае, если этот товар на складе отсутствует. Системные механизмы позволяют легко и быстро адаптироваться к выполнению складских операций любому сотруднику, как новичку, так и уже опытному специалисту. Так как все задания формируются на терминал сбора данных, благодаря этому сотрудники взаимозаменяемы и повышается скорость запуска персонала на необходимую производительность склада. Поэтому сегодня мы обсудим с вами подробнее варианты инвентаризации, способы выполнения инвентаризации и преимущества выполнения инвентаризации с терминалом сбора данных. Ну, более подробно раскроет эту тему мой коллега Юрий. Юрий, готов передать тебе слово. Спасибо, Светлана. Ну что, начнем. Начну с процесса, который у многих вызывает большие опасения при внедрении системы управления складом. Это ввод начальных остатков. От качества и скорости этого процесса зависит процесс успеха внедрения ВМС в промышленную эксплуатацию. Самым лайтовым вариантом является внедрение системы при переезде на новый склад. Тут есть возможность пересчитать всю продукцию в процессе поступления, разместить ее согласно заданным стратегиям и правилам учета. Самым распространенным способом считается выполнение ввода начальных остатков с использованием терминала сбора данных. И тут можно обратить внимание на два основных варианта. Это либо через инвентаризацию, или через приемку товара в ячейке, в которых он хранится. Первый вариант дает возможность контролировать процесс выполнения по количеству невыполненных задач пересчета ячеек. А второй вариант – контролировать данный процесс уже по товарному составу, сравнивая факт с планом, так как выполняется он на основании планового поступления, в котором загружены текущие остатки из корпоративной системы.
Но оба варианта имеют общий недостаток. Это необходимость остановки работы склада на время, которое требуется для полного пересчета остатков склада. А если склад большой или значительный объем мелкоштучной продукции, то такой процесс может занять не одну неделю. И что же делать? Если мы говорим про склад, в котором уже был ранее реализован адресный учет, хоть в каком-нибудь виде, то тут можно просто загрузить текущие остатки в систему ВМС. Конечно, мы зальем те, возможно, кривые остатки, которые были в предыдущем учете. Но мы в данном случае практически не останавливаем работу склада, а уже в процессе работы можем выравнивать данные остатки, благо в ВМС X5 весь необходимый для этого функционал уже есть. Но об этом мы поговорим чуть позже. А что же все-таки делать, если не было ранее никакой системы адресного учета? И останавливать работу склада на продолжительный срок нежелательно или невозможно? В данном случае текущие остатки учетной системы загружаются в единую ячейку, при этом выделяется группа ячеек, которые в первую очередь инвентаризируются для возможности размещения новых приходов. А уже в процессе работы склада выполняется сквозной пересчет остальных ячеек. Таким образом, мы имеем часть склада, которая пересчитана, и система с данных ячеек выполняет отбор и только туда планирует размещение. А весь товар, который еще не пересчитан, система планирует из ячейки, в которую были залиты данные начальные остатки. А сотрудники выполняют отбор товара с поиском на складе в непересчитанных ячейках, как это и было до внедрения ВМС. И тут, наверное, я могу поделиться своим опытом. В ходе одного из проектов заказчик определил, что его сотрудники справятся с задачей по вводу остатков на запуске при помощи ТСД условно за 3 дня. Но вскоре всем стало понятно, что придется уходить на повторную попытку запуска по причине того, что, во-первых, все остатки даже к концу недели не будут введены в систему из-за банальной нехватки персонала. А во-вторых, отгрузки возобновились через плановые 3 дня, и накладные выписывались с учетом остатков, которые не были введены в систему. И в результате чего ВМС не могла спланировать заказы в полном объеме. А кладовщики при сборке хватали товар вне системы, лишь бы отгрузить товар. И все это привело к тому, что те ячейки, которые уже были проинвентаризированы, требовали повторного пересчета до момента полного ввода остатков. Меня подключили уже на повторный запуск, и сразу было принято решение изменить подход к проведению инвентаризации. Выполнить постепенный сквозной пересчет загрузки начальных остатков в единую ячейку. Склад в данном случае остановили всего на 1 день, а уже примерно через 3 дня смогли выйти на плановые нормы отгрузки. Хотя замечу, что склад еще не был полностью пересчитан, а полный пересчет завершили недели за 3. Но главное, срыва отгрузок при этом удалось избежать, а система была запущена в эксплуатацию и успешно функционирует. Поэтому акцентирую, что правильный выбор метода ввода начальных остатков значительно снизит риски и сократит издержки при внедрении системы управления складом. Ну а теперь давайте поговорим про инвентаризацию в рамках системы ВМС и ее основные преимущества. Что такое цикличная инвентаризация в рамках ВМС? Ну, это пересчет складских запасов не только по заданному графику в течение года, но и возможность выполнения внеплановых, повторных пересчетов конкретных ячеек по потребности. Вот, что позволяет в первую очередь поддерживать складские остатки в актуальном состоянии, и для ее проведения не требуется полная остановка работы склада. Важно, что ВМС X5 пятого поколения не требует обязательного блокирования инвентаризируемых ячеек, а значит никакой товар на этот период времени не будет заблокирован для отгрузки, и созданные задачи отбора по заказам отменять не придется.
в результате чего данный процесс становится практически невидимым для склада. А поскольку пересчет ячеек выполняется циклично по различным событиям, то выявленные расхождения устраняются максимально оперативно, что позволяет сократить количество холостых пробегов при сборке заказов из-за некорректных остатков ячеек, а соответственно увеличить скорость сборки заказов. Выявленные же расхождения выгружаются в корпоративную систему для оперативной синхронизации остатков. Ведь от корректных остатков критически зависит и подтверждение клиентских заявок, и скорость обработки заказов на складе. Эти два параметра актуальны в период роста интернет-заказов и развития маркетплейсов. Так, ну давайте теперь поговорим, какие же варианты инвентаризации есть в системе. И первое, это, наверное, возможность автоматически формировать задачи по исполненному событию. Например, при выполнении размещения выявлена проблема, что спланированная система ячейка занята другим товаром. Вот. Соответственно, ВМС автоматически может создать задачу инвентаризации данной проблемной ячейки. Или при выполнении отбора в ячейке недостаточно требуемого товара. Тут тоже можно отправить ревизора для ее пересчета. Или, если необходимо, создать повторный пересчет, если в предыдущем были выявлены расхождения или по факту высвобождения мест хранения. Все это является событием, на основании которых мы можем формировать задачи инвентаризации на конкретные проблемные ячейки. Но помимо этого, также в системе существует возможность создания задач инвентаризации через заданный период времени. Такой вариант позволяет нам автоматически формировать задачи циклично, при этом для разных зон можно задавать свою периодичность пересчета. Ну, например, зону комплектации, в которой выполняется штучный отбор и где чаще всего возникают ошибки, мы хотим пересчитывать раз в неделю. А вот зону хранения целых палет раз, например, в 3 месяца. Все это возможно. Но для тех, кто привык держать все на контроле и управлять данным процессом, существует возможность создания задач инвентаризации по заданным критериям самостоятельно. Например, создать инвентаризацию на ячейки конкретной зоны или только на определенные проезды. Сегодня пересчитываем первый, второй проезд, завтра третий, четвертый и так далее. И только по конкретному товару или только по группе товаров. Сами настройки очень гибкие и позволяют выполнить тонкую настройку подбора ячеек для инвентаризации. Ну и, конечно, есть возможность выполнения с ТСД свободной инвентаризации, да, инвентаризации в свободном режиме, когда самостоятельно сотрудник принимает решение в выборочном режиме, какую ячейку пересчитать. Так, ну, с вариантами создания задач вроде бы разобрались. Теперь давайте поговорим о способах выполнения данных задач. И основным инструментом для проведения инвентаризации, конечно, остается терминал сбора данных, который позволяет в режиме реального времени актуализировать остатки. При этом идентификация ячеек, палет, товара выполняется по штрих-коду, благодаря чему количество ошибок значительно снижается. Конечно, в системе остается возможность отрабатывать задачи инвентаризации по бумаге. Но говорить тут про точность не приходится, так как никакого сканирования не выполняется. Единственный аргумент в пользу данного способа – это скорость. Ведь и правда. Чекрыжить по бумаге чуть быстрее, чем сканировать и вводить данные в ТСД. А вот на больших объемах это может быть весьма весомым аргументом. Но данный аргумент сразу рушится, если посчитать, сколько времени потом потребуется, чтобы обработать все расхождения и внести их в систему. Плюс появляется риск ошибки не только при пересчете, но и при внесении данных в систему. А главное, актуализация остатков выполняется с задержкой, и данный способ требует блокирования работы ячеек до момента ввода данных по ним. Вот. Процесс же
выполнение инвентаризации с ТСД в системе ВМС X5 не имеет таких недостатков и может отличаться способом выполнения. Например, для верхних ярусов, инвентаризация которых наиболее трудоемка, может выполняться пересчет по местам. В данном случае сотрудник просто подтверждает наличие палеты в ячейке, только в случае выявления расхождений может либо самостоятельно пересчитать, либо система может сформировать отдельную задачу для пересчета состава только проблемных ячеек. Конечно, данный способ не дает стопроцентной гарантии, что на палете количество соответствует плану. Но если отбор штучной продукции не ведется с верхних ярусов, то вероятность образования расхождения в хранении крайне мала. Следующие два варианта относятся к пересчету состава места хранения. Только с разницей, что мы либо должны пересчитать всю ячейку, либо конкретный товар в ней. При этом в первом случае товар, который числился в ячейке и не был пересчитан, будет автоматически списан как недостача. А во втором случае система попросит пересчитать только конкретный товар, и остатки другого товара не будут изменены, что очень удобно, когда имеем дело со смешанными ячейками, в которых числятся различные товары, а пересчитать требуется только единичные позиции. Ну а теперь давайте поговорим о страшном словосочетании «автоматический список». Неоднократно приходилось встречать заказчиков, которых это приводило просто в ужас. «Ведь без разрешения главного бухгалтера мы ничего не можем списывать», — говорили они мне. Но сразу хочется напомнить о том, что мы сейчас говорим о системе ВМС, которая с системой бухучета чаще всего не интегрируется напрямую, и между ними всегда находится некая управленческая система. Но дело даже не в этом, ведь основное преимущество любой современной ВМС – это работа в режиме реального времени. Если сотрудник выявил недостачу, то необходимо актуализировать остатки в данный момент времени, чтобы они дальше не планировались в отбор, а система могла спланировать в эту ячейку пополнение или размещение. А если выявлены излишки, а это, как правило, уже недостача, которую мы либо еще не обнаружили, либо обнаружили и списали ранее в другой ячейке. Все выявленные расхождения система заносит в специальный регистр, где фиксируется, сколько нашли и сколько потеряли. Списанный товар из ячейки не исчезает бесследно из системы. Система переносит его в отдельную сущность, которая отображает текущие расхождения на складе. А уже далее, на основании данного регистра, мы можем сформировать акт сверки инвентаризации, который нам отобразит, сколько реальных излишков и недостач, а сколько пересортов по партиям было выявлено. Ведь то, что мы потеряли в одной ячейке, возможно, нашлось в другой. Или наши излишки и недостач будут в данном случае равны нулю. И уже, как правило, акт сверки расхождений выгружаются в корпоративную систему для актуализации остатков. Некоторые, конечно, компании просят реализовать выгрузку текущих остатков, но тут надо понимать, что в моменте времени все документы должны быть отработаны и соответствовать друг другу в обеих системах. А если мы говорим про склады с режимом работы 24/7, то это практически невозможно. Кроме того, как показывает практика, этого не могут достичь и многие компании, работающие по пятидневке. Отмечу, что существенной причиной некорректных остатков является изменение в корпоративной системе товарного состава документов, уже обработанных складом документов. Единственный правильный вариант – это когда количество по документам движения совпадает в обоих программах. В этом случае складу достаточно передать информацию о выявленных и подтвержденных расхождениях для синхронизации остатков. А уже частоту синхронизации каждая компания определяет самостоятельно. Кто-то делает это раз в неделю, кто-то раз в месяц,
а кто-то автоматически по каждому выявленному на складе расхождению. Подытожив все вышесказанное, хочу отметить, что возможности WMX X5 позволяют, благодаря обширному функционалу, который позволяет настроить выполнение инвентаризации по различным событиям и правилам, выполнять и поддерживать учетные и фактические остатки в актуальном состоянии и выполнять инвентаризацию без остановки склада.